Всем привет! Нереально долгожданный момент. Подводим итоги конкурса по раздаче вещей Dota 2. Так, напомню, какие призы. Первый приз мы разыгрываем, это приз в студию «Черный ящик». В этом черном ящике... А, здесь, в принципе, все нарисовано, да? Это у нас будет посох на Варлока. Великолепная вещь. Потом, второй приз, это будет лошадь на Абадона, и третий приз — это 3 загрузочных экрана. Будем разыгрывать по очереди. Так, ну что ж, давайте приступим. Для начала вот мы открываем само видео, и мы видим, сколько комментариев. Все комментарии 100 штук. То есть мы будем рандомить число 100. Смотрим, вот ваши комментарии, да, на отдельной вкладке. Сортировка по дате комментария, да, то есть в самом низу у нас самый первый комментарий, вот он, 5 августа, потом выше идет 5, 6 августа и так далее, 6, 6 дней назад и тому подобное, самый последний 13 часов назад. То есть в самом низу будет первый комментарий и так, в самом верху будет 100-й комментарий. Я убрал лишние комментарии, где там не касается этой тематики, да. Поэтому комментарии вот только такие остались, которые подходят форму, которую я сказал выкладывать. Ну что ж, let's go. Открываем сайт random.org. Обычный сайт. И у нас от 1 до 100, это уже по умолчанию, как раз нам цифра 100 подходит. Ну что ж, кручу-верчу запутать хочу! Кто будет счастливчиком и выиграет посох на Вурлока? Покс! Давай, братюня, 76. Можно, в принципе, считать с самого низа, да, до 76. Или можно просто сверху. Раз комментариев 100, и у нас выпало 76. Правильно? Это будет сверху 24. Не, хотя давайте снизу, чтобы было все честно, чтобы потом никто ничего не говорил. Ну что ж, вот видите, минус Ютуба в том, да, что он не нумерует посты. Это вот огромный минус. И нету никаких дополнений, то, в принципе, я могу потом попробовать сам написать расширение для браузера Firefox. Это не проблема, я уже писал их. И сделать расширение, чтобы он сам автоматом нумеровал все посты. Конечно, было бы тогда легче. Но пока этого нету, мы считаем до 76. Первый пост, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Я считаю под курсором. Вот здесь у нас 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50. Так, 50. Раз, два, три, четыре, 55. 6, 7, 8, 9, 59, 60. Потом раз, два, три, четыре, пять, 65. Так будет быстрее. Вот он, 65. Потом 66, 67, 68, 69, 70. 70. Так, 3, 75 и 76, правильно? Еще раз смотрим. Вот он, 76-й у нас пост. Так, Леша Борисов. Смотрим. Заходим на его страничку. То есть, по требованиям он должен был выложить видео, да, и подписаться на канал. Смотрим. О, какой братюня! А, понятно, так. Все, выполнил требования, правильно? Все честно. Смотрим дальше, подписался он или нет. Если он не выполнил этого требования, мы просто пропускаем. Да, подписался. Все, у нас есть победитель. Человек выиграл у нас посох. Поздравляю, Леша Борисов. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. Теперь у нас будет ездовое животное на Абадона. Кстати, сразу говорю, само собой, если призы выпадают на одного человека, мы будем перерандомить. Это логично. Потому что ни в одной системе такого не бывает, чтобы один человек выиграл все призы, правильно? Это будет абсолютно честно. То есть он выиграл приз, еще раз на него выпало, мы перерандомим. Ну, я думаю, это, конечно, шанс минимальный. 46, так. Пока я считаю так, но в следующих выпусках я постараюсь все-таки сделать более-менее автоматизированную систему, я вам обещаю.
То есть посты будут просто пронумерованы. Зато, в принципе, так, когда я считаю, да, интрига, интрига. Ну, поехали. Так, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Вот он, 10-й Скрудж-Макдак. А, это не Скрудж-Макдак, ну ладно, 10-й. Потом Дестравер, Девоур, новое имя Дестравера. Это будет 15-й у нас. Потом 14-й, 20-й Чак Норрис. Идем дальше. Я считаю по 5 штук сразу. Потом Миша Самсонов 25-й. 3, 4, 5. 30-й Славик. Прибавляем 5. Максим. Блин, я запутался. Еще раз, извиняюсь, еще раз. Сбился счета. Так, еще раз. 5. Так, 10. Окей. 15. 20. 25. 30. 35. 35. 40. Так, и у нас какое число? У нас 46. Так, 45. 45, 46. Вот так вот. Никита Устинов! Никита! Ну-ка, смотрим, выполнил ли он требования, Никита. Let's go. Так, там, о, есть, да, выполнил. Так, и теперь мы заходим, смотрим, подписался ли он на канал. Каналы. И смотрим, да, подписался. Ну, все честно, человек выполнил требования, молодец. Так, поздравляю, ты выбрал это, выиграл приз «Ездовое животное на Ободуна». Ну что ж, и третий приз как поощрительный, да, чтобы было три места, это у нас три загрузочных экрана. 45. Никите было 46, теперь 45. Никита Черников. Ну, это реально, это судьба, что я могу сказать. 46 и 45. Ну ладно тогда. Все честно, сами видите, рандом, я говорю, его невозможно предсказать. Просто невозможно. Он случайно выбирает. Эту технологию рандом написать легко. То есть на любом языке программирования напишется. Ну вот нам выпал... Кто там здесь такое? Нам выпал вот он, 45-й, да? Никита Черников. Здесь он Никита Черников, здесь он Никита Гилев. Ну ладно, пускай будет так. Смотрим! Так, где мое видео? Окей, окей, чую, чую, видео есть. Подписался ли он на канал? А вдруг он не подписался? И шиш с маслом. Смотрим каналы. Так, подождите, он не подписался на канал, видимо. Все правильно понял? Ну да, по идее, видите, каналы нету. Хотя, подождите, может он просто не отображается? Так, сейчас, секунду. Чтобы было точно, чтобы не обмануть человека. Так. Никита, Никита. Сейчас тогда мы сделаем так, потому что я за честность. Вот у него никнейм Никита Черников. Неужели он не подписался и пролетел? Так. Сейчас мы быстренько посмотрим, есть ли он здесь. Откроем сейчас всех подписчиков. Все абсолютно честно, вы видите, да, я даже разбираюсь, хотя я мог уже забить на него, нет. Может быть, он как-нибудь скрыл канал, я не знаю. Давай, YouTube, грузишь ты уже все подряд. Мало того, что нету нумерации постов, так еще грузит по 5 штук. Так, ну пока его нету здесь. Давай, братюня. Я, конечно, бы перемотал видео, но это будет нечестно, это уже будет монтаж. Во, все. Ну да, Никита, нету тебя. Можно просто Черников попробовать. Нету. Все. Эх, Никита, Никита, пролетел ты, братюня, пролетел. Эх ты, надо было подписываться на канал. Ну что ж, тогда кому-то повезет вместо него. 93. Ох, как далеко считать-то. Может сразу 7 сверху. Ну ладно, давайте тогда снизу, поехали. Нам же это нравится с вами, да? Так, 3, 5, потом 10, скрушмакдак 10, потом 15, 20, 3, 25, 30, 35, 40.
Ага, 45, 50, 55, 60, 65, так, 65, 70, 75, 80, 85, 90, так, 93, 93, Андрей Кузьмин. Ну что ж, СГО. Видите, еще какой-то мере я вас пиарю. То есть я показываю вас в ролике, да, вашу страничку показываю. Ну вот он, видите, был же в видео. Кузьмин, правильно? Так, да, Кузьмин, все. Ну и смотрим, подписался ли ты на канал. Я думаю, он подписался. Да, он подписался 2 дня назад, и вот он выиграл 3 загрузочных экрана. Ну все. Ах, все, вы видели, все абсолютно честно, да? Ну, сразу скажу, что я говорил уже, что это в первую очередь зависит от удачи. Все выиграть не могут, да? Но вы просто должны понять, что сколько вы времени затратили, а вы затратили почти никакого времени вы не затратили, максимум там 3 секунды, чтобы там запостить ВКонтакте, там, в социальной сети, да, и подписаться. То есть вы времени не потратили. То есть, грубо говоря, вы абсолютно ничего не потеряли. Но вы, был шанс, вы могли приобрести. 3 человека приобрели, да, кто-то лучший приз, кто-то средний, кто-то послабее. Но в любом случае, ниоткуда просто у них появились итемы, правильно? Поэтому не расстраивайтесь, там, ну, далеко не всем повезет, опять же, говорю, здесь удача нереально решает. Все, мы подвели итоги. Завтра, да, я выложу следующий конкурс, поэтому вы можете опять просто так же выложить ссылку на видео и там оставить комментарий, и опять вы участвуете. Вы потратили 2 секунды, и опять есть шанс, что вы выиграете. Ну что ж, поздравляю победителей. Мне понравился этот конкурс. Я говорю, я постараюсь сделать, чтобы было побыстрее, чтобы комментарии были нумерованы уже с самого начала. Да, это будет нелегко, но попробуем сделать. Все, следите за каналом. Завтра выкладываю еще один конкурс. Итемов много, и конкурсов будет много. Вы не думайте, что мы уже закончили. Нет, это только начало. Еще начали другие люди предлагать, чтобы я их итемы брал, ну и пиарил их. То есть, получается, как это вечный двигатель будет. Итемы будут прибавляться, и мы будем разыгрывать. Так будет бесконечно. Короче говоря, на этом канале конкурсы по Доте 2 будут еще долго. Всем спасибо за просмотр. Завтра будет новый конкурс. Поздравляю победителей. Всем пока.